Папа, я опаздываю в колледж. Я же сказал, договор нужен сегодня. Пап, а как насчет колледжа? Кайли, мне жутко некогда. Но я же получу двойку. Милая, я все решу. Одну секунду. Мне нужен водитель, мистер Джонс, но немедленно. И что мне делать? Эй, парень, не занят? Некогда объяснять. Теперь ты водитель. Куда ехать, сэр? К мистеру Джонсу, конечно. Неплохо. И не забудь свою форму. Вперед, парень, я в тебя верю. Детка, нам уже пора. Есть кто дома? Hi. Я ваш новый водитель. О, дочка, поторопись. Машина на месте, можем ехать. Кайли, ты готова? Конечно, еще немного и я опоздаю. О, чуть не забыла. Спасибо, мэм, очень щедро. Хорошего дня, дорогая. Значит, ты из богатой семьи? Да, у нас есть немного денег. Тогда поедешь со мной. Спасите, помогите. Отпусти меня, негодяй! Здесь тебя никто не услышит. Об этом я позабочусь. Ха! Чувствуй себя как дома. А теперь самое интересное. Мы отправим письмо твоим родителям. Камера, мотор. Папа, спаси меня. Мама, меня похитили. Веди себя хорошо, Кайли. Я скоро вернусь. Приятель, передай это Джонсом. А я пока отдохну. Господа, вам посылка? Уже поздно. Где Кайли? Должна была вернуться час назад. Подождем еще, дорогая. А может, она во дворе? Посылка выглядит подозрительно. Адам, кажется, это нам. Все ясно. Это письмо от похитителя. Наша девочка в опасности. Алло, срочно. Кайли пропала. Спасите ее. Полиция берет это на себя. Выезжаем. У нас суперважное задание. Похититель прислал нам это. О, дело серьезное. Еще есть письмо. Верните Кайли домой. Положитесь на нас, господа. Хочу есть. В этом доме есть еда. Хе, только не у меня. Любишь авокадо? Ни за что. Так и быть, раздобуду тебе еды. Самые вкусные вкусняшки в городе. Налетай. Я очень тороплюсь. Пропустите. Только после меня, парень. Мне блинчики, и поскорее. Зачем так торопиться, молодой человек? И не забудьте про чаевые. Так-то лучше. Приятного аппетита. О, вкусняшки, это дорого. Это мне? Как вкусно. Обожаю блинчики. А мне авокадо подойдет. Эй, ты куда? Просто хотела помыть посуду. Смотри, теперь она блестит. Не знал, что посуду нужно мыть. Конечно. А ты ничего, хоть и богатая. Ты тоже очень милый. А вот и ваш заказ, молодой человек. Все самое свежее и вкусное. С вас $10. Как скажете, сэр. Кайли точно понравится. Wow. Спасибо, Брэндон. Теперь у нас будет обед. О, мои любимые пончики. Wow. Как ты угадал?
И правда, вкусные. Отличная погода для пикника. Здесь так красиво. Сладких снов, Брэндон. Спокойной ночи, Кайли. Брэндон, ты где? А это что? Кайли, ты нашла это. Понимаешь, у меня было непростое детство. Брэндон, расскажи мне. Меня бросили родители. Когда я был совсем маленьким, настоящее предательство. И я стал жить на улице. Зарабатывал как мог. Но однажды я встретил мистера Бэнкса. Он забрал меня в свой магазин. Там началась моя карьера уборщика. Вот почему я тебя похитил. Хотел заработать. Какая печальная история. Эта роза великолепна. Но теперь мы вместе, Кайли. Навсегда. Где же ты, Кайли? Мы ее найдем, дорогая. А вот и полиция. Хорошие новости, господа. Мы вышли на след преступника. Выезжаем немедленно. Брэндон, может, сходим в парк? Руки вверх, парень. Детка, ты снова с нами. С тобой все в порядке. Брэндон, я спасу тебя. Ты арестован. Теперь это твой дом. Ты здесь надолго, негодяй. Кайли, ты спасена. Мы так долго тебя искали. Мама, папа, это ошибка. Нужно спасти Брэндона. Он просто совершил ошибку. Не могу поверить. Ты уверена, дорогая? На все 100. И что же делать? У нас же есть деньги. Адам, скорее, нужно спасти бедного мальчика. У нас все получится. А теперь в полицию. Мы пришли забрать Брэндона. Он же преступник. Сэр, вышло недоразумение. Этого хватит вполне. Ты свободен, парень. Брэндон, мы снова вместе. Спасибо, Кайли. И больше без глупостей, парень. Брэндон, ты нас очень напугал. Надеюсь, такого больше не повторится. Простите, это была ошибка. У меня к тебе деловое предложение. Обсудим это дома. Брэндон, с этой минуты ты мой советник по бизнесу. Спасибо, мистер Джонс, я не подведу. У меня уже есть пара интересных идей. Никто не проголодался? Мама, ты как раз вовремя.